Друзья, всем огромный привет! Привет! Сегодня у нас 1 сентября, ребята пошли в школу. Всех поздравляем с этим замечательным праздником. Когда, конечно, видео выйдет уже, то есть у нас оно уже пройдет, так что с прошедшим 1 сентября. Решили мы себя снова побаловать и заказали в нашей любимой доставке, это Black Rolls. В этот раз мы заказали гамбургер. Гамбургер, да, точно. Чикенбургер и картошку фри, друзья, вот так вот. Вот смотрите, у нас доставочка шикарная, все упаковано, вот так вот, красотища. Так, сейчас мы распакуем, все это разложим на тарелочке, чтобы было все красиво, все упаковано, все классно. Смотрите, как сделали. Так, сейчас мы разберемся. Ребята у нас захотели, то есть у нас получается, как он еще раз, я забываю, что чикенбургер. У нас чикенбургер это с курицей, а гамбургер это с говядиной. Мы с мамой выбрали с говядиной, то есть там котлета, да, с говяжьей. А ребята выбрали курочку. И вот столько у нас, друзья, это у нас картошечка фри. Вот такая красота. О, сейчас мы... Переложим все. Да, переложим, наверное, это все в тарелочки. И сядем за стол. Также прикупили газировочки, кола. Обычно не пьем, но 1 сентября можно. То есть вот наши бургеры, гамбургеры. Смотрите, какая красотища. Вообще. Вот такая, друзья, красотища. Видно, котлетка. Помидорка, салатик. Все. Горяченький, да. Класс. Это у меня гамбургер с говядиной. А вот у Димки, оставь Димка здесь, ага. Можно было на ней прямо есть, чтобы как бы не сорить, ну смотри. А у Димки вот такой вот, это у Димы чикенбургер с куриной котлеткой, тоже видите, есть салатик, помидорка. В принципе, я думаю, то же самое, да, только котлета куриная. Ну соусы разные, 100%, я вижу по виду, у ребят красный соус, возможно кетчуп, да, а у нас скорее барбекю или что-то, да, понятно. Картошки фри у нас это 4 порции, то есть по 100 грамм. И вот такие вот получается, кетчуп сразу идет, то есть тоже 4 позиции. Вот. Так, это же твой? Да, так, ну да. Что, ребят, отметим праздник. Да. Давайте. Я подойду через секунду. Газировочки. Колы, кола черноголовка. Вкусная. Черноголовка вообще нам нравится. Байкал напитки. Мандаринка. Любые, мандаринка, тархун, лимонад. У них вообще, у черноголовки очень нам нравится газировка. Хотя мы ее пьем не часто. Да, мы тоже пьем. Картошечку. Мы на даче больше, наверное, берем даже минералку. Прикольно. Я давно не ела картошку фри. Частенько заказываем в Black Rolls. Очень нравится и доставка, и качество продуктов. И хорошие цены. Держи, Димка. Пробуем. Друзья, кто хочет тоже заказать себе такой стол, да, на любой праздник. То есть роллы, есть пицца у них. Кто хочет тоже заказать, по ссылочке в описании переходите. И еще вам будет в подарок роллы в количестве 8 штук в подарок. Ну давайте, ребята, за вас. За первый. Раз в 5-й и 7-й класс. Хороша говядинка. Учитесь хорошо. На пятерочке. Все. Димка у нас в 5-й класс. Нынче у него... Он первый раз, как бы сказать, перешел из... Это среднюю школу. Настя уже 7-й класс. А Димка у нас первый раз перешел в среднюю школу, получается. Там младшие классы, как бы, да, тут получается. Ну, не старшие классы, но поняли меня. То есть, если у них был коридор, то тут они сейчас по всей школе могут там бегать, да. С кабинета в кабинет. Ой, ну, вкуснятина, конечно. О, аромат какой. У детей любимые, да, наверное, бургеры, да? И пицца. Огурчик? Да. Корнишончики. Огурчик еще. Красотища вообще. Mm.
детям решили сделать такой вот подарочек. Праздник все-таки. Обычно, да, как бы такую еду не едим. Но в такой день, ребята, думаю, ребятам понравится. А им уже нравится, да? Ой, правда, вкуснятина такая. Чтобы погода была за окном получше, да? Да, у нас сейчас погода плохая, сейчас уже дожди. На даче, конечно, все. Время проводим больше. Хорошо бы еще в бассейне. Да. Но уже все, лето кончилось. Да. Надо будет убирать огурцы, помидоры, баклажаны. В общем, наводить порядок. А как не хочется. А розы Алла посадила, розочки цветут. Угу. Дети с ними на 1 сентября пошли. Угу. А там такие букеты хорошие, по 10 цветков розы. Нет. Расцвели, собрали. Не по 10. Собрали букет. Одна ветка, а на ней там, ну я так условно, да, там 10 цветков, 10 бутончиков. Вообще классно. Дай бог все нормально перезимут, на следующий год вообще, да, они еще маханут больше. Роза. Если перезимут, хорошо, да. Просто они пока укоренялись, приживались. И то сколько цвели. У Димки новый учитель. Сейчас же они, получается, перешли, да? Mm-hmm. То есть уже другой учитель. Сегодня было знакомство, да, знакомились? Да. Хорошая учительница? Но. Это самое главное. Mm-hmm. Кто будет хорошо учиться, хорошо себя вести, у того все будет хорошо. Всегда. Да. Так что хорошо учитесь. А вы плохо учитесь, у того проблемы вечно. Это да. Денежные чаще всего. Хорошо будете учиться. Будьте богаты. Дальше. Хорошо поступите. Получите хорошее образование, хорошее получите. Закончите там. Тоже хочется. УЗ. Закончите там, да. ВУЗ или что там еще. И будете работать уже по хорошей специальности и получать хорошие деньги. Сейчас что-то... Это все идет изначала. Со всех сторон люди кричат о том, что высшее образование теряет свою ценность. В смысле, рабочие профессии, что ли? Ну, что сейчас можно работать на неплохих специальностях и без высшего образования. Ну, не знаю. Пройдя, например, какие-то хорошие качественные курсы и так далее. Может быть. Дорогостоящие. Ну. Вот так. Главное, учитесь. Учитесь, еще раз учитесь. И всем детям и родителям, у кого есть дети, конечно же, терпение. У кого особенно идут первый класс, второй, даже там третий, четвертый, да? Это уроки. Не только дети делают их, но и делают мамы, папы, бабушки, дедушки. Да. Так что всем терпения. И сил. И сил. А тут не заметишь уже новогодние каникулы. Да, тут буквально-то сколько там? Осенние каникулы скоро, 18 ноября вроде бы. А, еще осенние есть? Осенние тоже есть? Да. Там зимние, да? Угу. Тут до Нового года-то остается, по идее. Еще не начался, мы уже каникулы считаем. Уже каникулы, да. Осенние есть, потом зимние, потом весенние, ну все. Вот, давайте наполним еще блейка. Давайте. Ты не будешь? Давайте в каникулы. Я что-то пить хочу так. Хотя мне можно прям вот пол цветочка. Во. Все, спасибо. Давай, Димка. Угу. Ты что там лежишь? Спасибо.
совсем скоро у Насти день рождения. Планируем заказать тоже в Black Rolls роллы. Нам очень нравится. Мы довольно часто покупаем там, заказываем роллы. Пиццы заказывали у нас. Видео даже есть. Вот там у них хороший, получается, акция хорошая. То есть три пиццы покупаешь, четвертая пицца в подарок. А при заказе посылочки, то есть получаете роллы в подарок. Еще в компании Black Rolls действуют счастливые часы с понедельника по четверг с 11 до 5. При любом заказе вы получаете 10% скидку абсолютно на все. Также, друзья, есть отличная акция для именинников. В свой день рождения вы получаете подарок от Black Rolls в виде ролла, то есть в количестве 8 штук. Еще одна классная акция — это то, что при заказе от 2500 рублей вы получаете ролл совершенно бесплатно. А при заказе от 1500 рублей вы получаете вкусный подарок от самого шеф-повара. Круто, правда? Да. Подарки вот. Мы любим. Обожаем. Вот да, именно по этой причине, по большому количеству акций, подарочков, которые мы все с вами так любим, мы предпочитаем заказывать только Black Rolls. Также, конечно же, хочется отметить качество продуктов, быструю доставку и доступные цены. Доставка есть не только в нашем городе, в городе Краснокамске, но и в других городах Пермского края, таких как Пермь, Нытва, Кудымкар, Верещагино. Переходите по ссылке в описании, смотрите и обязательно заказывайте. Как на любой праздник, так и на вечер для двоих. У нас вот сегодня это... Вечер для четверых. Вечер для четверых. 1 сентября. Очень было вкусно. Вкусно? Накушались? Мы очень с Настей довольны. Да. А я пока... Потому что мы доели. А я пока болтаю, болтаю, да. Ну, картошку кушайте. Ой, я очень наелась. Все прекрасно. Жизнь прекрасна. Когда есть Black Rolls. У нас сейчас на огороде погода плохая, сидим дома, играем в настольные игры, монополию, в карты играем, шахматы у нас есть. Короче, развлекаемся как можем. Песни поем. Крокодила, да? Крокодил называется игра-то? Нет, лопатряс называется. А, ну это в интернете так-то можно. Не, как-то не крокодил, крокодил по-другому играется. Ну, играем что-то наподобие крокодила, вот такие игры. Ну, в принципе, дома у нас тепло. Даже печку не топили сегодня. Обогреватель. Сегодня печку не топили. На улице градусов 16, дома теплее намного. Вот обогреватель стоит, он вполне справляется. Ну, вот даже чаем иногда, потому что жарко стоит. Первый этаж у нас кирпичный, целый кирпич. Здесь как бы более теплее. Это мы уже в октябре примерно вот сюда спускаемся со второго этажа. Там мансарда, там... как бы стены тонкие, но пока ночуем там, там прям хорошо, очень тепло. Скоро будем все вместе здесь, надуем большой матрас. Надуем большой матрас, надуем. Мы с Димкой на полу, девчонки диван расправят. В том году мы также ездили, вообще классно, понравилось очень. Печку натопим, когда же жарко. Становится. Африка. Дома скучно, в квартире. Охота, разнообразие. Неделю отработал. Сюда приезжаешь, здесь как-то, ну, знаете, душевно отдыхаешь, так классно. Даже не охота вот закрывать дачный сезон куда-то это. Ну, прекращать сюда ездить, да что, ну, все равно приходится потом, когда уже наступает декабрь, январь, февраль, там это уже, конечно, да. А так мы ездим прям до Талова. Картошка вкусная, да? Возьми сколько нужно. Купили, кстати, уже пришла кухня. Мы делаем ремонт на кухне. Еще не начали, только закупили все. И заказали кухонный гарнитур на Озоне. Пришел, я все проверил, все отлично. Так что, как только, так сразу начнем ремонтик. Угу.
поставим новый гарнитур. Наш уже отслужил нам верой и правдой 8 лет. Обновим маленько. Наелись? Ой, я наелась вообще. Газировки, да? Не, ничего не хочу, все, я наелась. Димка, видимо, тоже наелась. Ахчик, ты тоже сытый. Ты только что покушал. Я кружка. Димка тоже наелся. Очень все вкусно. Да, соус оставим, конечно. О, картошечка. Картошечка. Вкусно. Картошка фри, как семечки, да? Да. Одна за другой. Картошка улетает вообще. Картошка фри, это вообще классно. Куда без тебя-то, да? Без тебя вообще никуда. Ну что ж, друзья, я думаю, на этой вкусной ноте мы будем видео заканчивать. Кто кушает и кушал вместе с нами, всем приятного аппетита. Мы будем заканчивать. Еще раз хочется всех причастных к 1 сентября, всех родителей. Да, мне кажется, в каждой семье есть, да, кто-то. Ну, внуки там, да, кто, все равно к 1 сентября это для всех такой праздник. Вот, так что всех, без исключения, с 1 сентября. Да, за вас, друзья. Всем успехов, удачи. Всем любви и терпения, да, это главное. И чтобы ребята все хорошо учились, не болели, не болели, чтобы во всем успевали. Вот, ну, скажу так. Все, друзья, сейчас говорю вам огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, до новых видео. Всем пока-пока. Пока.